возможности сообщают о себе сложностями. Если вы увидели какую-то сложность, что-то не едет, что-то не так работает, что-то там, как бы сказать, можно сделать лучше, это для вас счастье должно быть. Есть куда потратить ретикулярную формацию ее силы. И у вас там начинает грезиться единорог. Но так никто не думает. Про трудности думают как про трудности. Про счастливое будущее думают, должно быть сейчас. А если нет, мы скучаем. И если вы научитесь получать удовольствие, зная, что вам появилась очередная сложность, потому что вы сможете ее покуролесить, потратить физическую энергию, как бегая или в спортзале, или там еще что-то, и после этого получите большой куш, вы будете хотеть сложностей. А до тех пор, пока у вас нет внутреннего желания этих сложностей, и этих испытаний, и этих нагрузок, вы будете скучать и медленно оседать на дно илом. От ленивого мозга требуется реализовать некие возможности, с которыми мы сталкиваемся. Это нарушает наши динамические стереотипы, это требует от нас какой-то дополнительной деятельности, это требует формирования каких-то новых стратегий, это требует коммуникации и так далее. И дальше мы находим объяснение, что эти возможности никуда нас не приведут, что они так себе. Ну, конечно, наверное, было бы неплохо, но вы же знаете, как все. И мы, находясь в этой пассивной такой уверенности, говорим, что возможности у нас нет. Что мы дальше после этого начинаем с вами чувствовать? Ну, вы чувствуете положительное подкрепление в виде того, что не надо больше напрягаться, что закрепляет эту патологическую нейронную связь. Но мы начинаем ощущать скуку. Это очень специфическая вещь. Получить что-то после приложения усилий. Ну вот, представьте себе шахматиста, который начинает играть, зная, что он выиграет. Мне интересно. У него должно быть ощущение, что ему придется поработать, чтобы выиграть. Потому что если ему надо поработать, то он будет вынужден как бы набрать большую сложность, накуролесить это все. И когда он победит, у него будет дофаминовая большая разрядка. И поэтому люди вот из этой части, когда они видят сложности, когда они видят, что надо потрудиться, надо у них бодряк.